Итак, друзья, всем добрый вечер. С вами Дмитрий Филоненко, компания Автекс. Сегодняшний видеообзор будет посвящен вчерашнему несостоявшемуся стриму, который я анонсировал на Фейсбуке о торгах приближающихся. По техническим причинам, значит, стрим не записался, не появился. Но все же я хочу показать, какой автомобиль мы вчера торговали и за что мы его купили, за сколько денег. Итак, друзья, смотрите, значит, вчера мы торговали вот такой вот автомобиль. Мы торговали Ford Fusion, 2016 модельный год, 15-й год изготовления. У него фронтальный удар, у него, так сказать, помята немножко морда, там капот помятый, бампер треснутый и оптика, пока мы не знаем в каком состоянии. Значит, крылья немножко помятые тоже, багажник у него, все остальные части порядке. Это комплектация SE. Исходя из того, что мы видим в салоне, мы можем понимать, что у него стреляли, значит, все передние подушки, и также частично и боковые у него подушки тоже стреляли. Также у него снята накладка здесь. Так, и что хотел бы еще показать по автомобилю, значит, подкапотное пространство у него вроде как каких-то серьезных смещений не имеет и других повреждений. Его реальный пробег был 48 399 миль. Это не очень большой пробег. И хочу показать, за сколько мы вчера его взяли. Друзья, смотрите, мы его купили за 1700 долларов. Такое авто с доставкой и растаможкой по кругу обойдется 7000 долларов. Поэтому всем, кому интересно, например, купить очень недорогой Ford Fusion в нормальной комплектации, звоните, обращайтесь на мой контакт 067-987-0588. Я всегда помогу подобрать, найти и попробую и выторговать его на аукционе. Ну и заодно, пользуясь случаем, хотел бы вам также показать его Carfax, чтобы вы видели, какая по нему история, по этому авто. Вот, обратите, пожалуйста, внимание, что у него обычное списание. У него какие-то три сервисные записи, автомобиль был в обычном владении. Значит, вот его пробег подтвержден, 48 399 миль, как есть. У него было два владельца. Первый проездил 3 года 1 месяц, второй проездил 9 месяцев в Южной Каролине. Что еще хочу по нему показать? Найдена одна проблема. Указано, что 10 ноября его списали полностью. Указано, что были открыты подушки безопасности 21 августа 2019 года. И вот это вот одна авария 21 августа 2019 года. Также, значит, я промотаю весь этот список. Не будем сейчас акцентировать внимание на его детальные там моменты по обслуживанию и так далее. Вот, смотрите, вот его... Указана дата ДТП 21 августа 2019 года. Автомобиль врезался передней частью в другой автомобиль, повредил, значит, фронтальную часть частично и левую. Аэрбэги открылись. Также мы видим, что автомобиль, значит, был списан. Документы были выданы страховой компанией. Салон считает. Ну и, пользуясь случаем, хотел бы вам показать также еще одну нашу покупку, очень интересную. У нас их, ну, было несколько за прошедшую неделю, но хотел бы акцентировать в этом коротком видеообзоре на одну из покупок, которая тоже очень понравилась. Значит, смотрите, что мы выиграли тоже. Мы купили Jeep Wrangler. У него боковой удар двери и порожек немножко. Это рамник, объем двигателя, если не ошибаюсь, 3,6, бензин. Это, значит, полный привод. Вот такой у него салон, то есть безопасность у него не бита, у него крыша сделана по типу тента, но ее можно заменить на также обычную жесткую крышу. Вот, вот в таком состоянии у него передняя часть, то есть он имеет нормальную полную геометрию. Друзья, хочу рассказать, почему вы покупали автомобиль. Значит, смотрите, пробег у него 51 898 миль. И хочу акцентировать внимание, друзья, всем, кому интересны автомобили
там либо рамники, либо автомобили с высоким клиренсом. Вот, пожалуйста, Jeep Wrangler Unlimited Sport, это длинная база. Клиренс до 25 сантиметров у такого автомобиля. Кто живет, например, в какой-то такой местности, где плохие дороги, либо, например, для того, чтобы там ездить на охоту или еще куда-то. Вот, пожалуйста, это самый отличный такой, один из отличных экземпляров. Выиграли мы его за 8,5, и по кругу с доставкой и растаможками он обойдется клиенту в Украине уже 17 400 долларов. Так что, друзья, всем, кому интересно, обращайтесь на мои контакты 067-987-0588. Смогу подобрать и выторговать хороший какой-нибудь классный вариант. А с вами был Дмитрий Филенко, компания FTX. Всем желаю хорошего вечера. До свидания.